Так, ребятки, вот купил я новые свечи. Сейчас вам покажу буквально за минуту, как правильно закрутить, затянуть эту свечку. Вот снимаем все колпачки, берем нашу свечку, вставляем ее сюда, отправляем ее в колодец свечной, так называемый, и закручиваем вот так вот от руки. Попали резьбу, все, дотянули, все, от руки не крутится. Теперь берем ключ. На каждой коробочке написано, с каким усилием нужно закручивать. 25 ньютон-метров, либо же 90 градусов. Выставляем наш ключ, вот он стоит. И нам надо повернуть вот сюда, чтобы было 90 градусов. Все, свечка затянута. Добра бабла, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.